Разобраться с тем, кто и какие стоки именно сливает в Кубанский затон, распорядился глава Краснодара Владимир Иванов. Этот вопрос мэр поднял на заседании краевого штаба по благоустройству и развитию в Центральном округе. На днях эта информация появилась в одной из популярных соцсетей. Пользователь выложил фотографии реки Кубань в районе моста Поцелуев, на которых видно обмелевший затон, поток из стока ливневки и мусор на берегах. Изображение он сопроводил комментарием о неприятном запахе от воды. Глава города дал поручение сотрудникам администрации города как можно быстрее разобраться в ситуации.